upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. There's bells and there's holly, the kids are gung-ho. True love finds a kiss beneath fresh mistletoe. Каждый человек, который пытается заниматься волонтерской деятельностью, должен понимать, что на его пути обязательно случатся некие ситуации или встанут какие-нибудь люди, которые будут вставлять палки в колеса. Это абсолютно не значит, что человек намеренно будет вам вредить. Я совершенно не ждала, что все пойдет как по маслу. Я абсолютно точно знала, что появятся люди, которые обязательно скажут тебе: зачем ты этим занимаешься? Ты тратишь время. Я самостоятельно подписалась на то, чтобы собирать одежду и принадлежности школы для учеников, для детей-сирот, полусирот. И также частично некая одежда уйдет в дома деток, для грудничков, для деток, от которых отказались родители. Я это видео снимаю не для того, чтобы похвастаться или похвалиться, какая молодец. Я снимаю для того, чтобы немного разделить с вами мою мысль о том, что такое благо, кто делает благо для тебя и для кого делаешь его ты. Я поддерживаю ту мысль, что если ты не можешь помочь, по крайней мере, не мешай, не влазь своими словами, делами, которые будут как-то ущемлять или оскорблять или унижать, не знаю, в общем, мешать другим людям жить на белом свете. Я финансово ничего не выигрываю, я ни на чем не зарабатываю. Все, что я могу получить от своей деятельности, это улыбки, хорошее настроение. Все это завязано на времени или деньгах, или внутреннем соучастии, в желании работать. Если у тебя всех этих ресурсов нет, ты слишком много работаешь, ты устаешь, финансово ты не можешь никак помочь, хотя бы просто поддержи морально, каким-то словом хорошим, что, ребята, вы молодцы, вы делаете хорошее дело. Конечно, для слабого человека услышать со стороны: фу, зачем ты этим занимаешься, все подростки сейчас, даже дети-сироты, они нуждаются в кроссах, найках, Майкл Джордан, что там еще, какие-то гучи-шмучи, им нужно телефоны нового поколения, новые ноутбуки, лаптапы, айпэды. Я это прекрасно понимаю, я понимаю подростка, что, во-первых, нельзя просто всех судить по себе, ты... В большинстве наших случаев мы люди взрослые, да, мы можем сами себя обеспечить. Даже если мы мало зарабатываем, все равно мы можем выделить какие-то финансы. Дети, которые полусироты или сироты, живут в домах, интернатах. Я прекрасно понимаю, почему они такие агрессивные. Во-первых, внутренний уклад. Вы все прекрасно знаете, как там между собой происходит своя дедовщина. Во-вторых, эти дети, они более приспособлены к жизни. Я не имею в виду, что они умеют управляться иголкой с ниткой или искусно готовить на кухне какое-то блюдо. Конечно, для них временно это недоступно, потому что они живут в одном клане. Вот, ну, допустим, кто не понял, когда вы отдаете своего ребенка в лагерь, допустим, на 2 недели, конечно, это несравнимо, но допустим. Вы же прекрасно знаете, что ваш ребенок там не учится шить какие-то рубашки Пьер Карден или не учится на кухне готовить какие-то искусные блюда из омара. Они туда приезжают и за ними ухаживают. Примерно то же самое, хоть чуть-чуть примерно, в детских домах. Они умеют за собой убрать, застелить кровать, помыть пол, то есть базовые вещи, уход за собой. Этим детям еще предстоит многое узнать. Но такие дети, они более сложены эмоционально для жизни. Да, они более агрессивные, но, по крайней мере, они более стойкие. Я понимаю всю их агрессию, я не умаляю прав учителей, которые за ними ухаживают, следят, учат. И их обязанности. Я прекрасно понимаю, что это очень тяжелая работа, это мозговынос иногда, потому что не с каждым ребенком можно найти общий язык.
Я прекрасно понимаю, что когда приходит любая помощь, посылки, то учителя считают абсолютно себя правыми. Перебрать эти посылки и выбрать для себя лучшую одежду. Конечно, я не могу ничего сказать. Ни в коем случае не хочу лечить таких людей, потому что я понимаю, насколько это тяжелая работа. Но люди, которые отсылают одежду, они все-таки надеются, что эта одежда дойдет для детей. Я прекрасно понимаю, что из 100 детей, 90 из них, они более иногда одеты и обуты, чем ребенок в семье. Они более, ну назовем это, зажраны внутри, да? То есть у них большие запросы. Но эти запросы базируются на том, что кто-то принесет и что кто-то пришлет. Вместо того, чтобы эти запросы базировались на том, что могу я сделать, как я могу поработать, заработать денег, что я могу себе позволить, как отложить. То есть вся надежда не на себя, не на том, как я выйду с этого заведения, ведь они все равно идут, продолжают учиться, пусть даже ПТУ. Я знаю много классных людей, которые не закончили высшее образование института, университеты, только ПТУ, и они просто замечательные, они рубят, ну как у нас называется, бабло, просто в больших количествах. Почему? Не потому, что им просто повезло, не потому, что они такие замечательные, и планеты сошли в космосе в ряд, а потому, что они включили смекалку, мышление, что там еще финансовое какое-то, самообразование. Потому то, что дается у нас в наших учебных заведениях, это абсолютно недостаточно для жизни. Все равно у каждого нормального человека, хотя нормальность это, знаете, такое обширное понятие, должно быть самообразование. Человек не может, хотя есть такие люди, просто после университета или школы закинуть ноги на диван и на этом все закончится. К тебе ничего не придет, ты должен самообразовываться, идти вперед. Я абсолютно не жду на своем пути, назовем это волонтерском пути, хотя какой с меня волонтер? Я просто делаю то, что просит моя душа. Я не жду никаких ни похвал, ни денег, тем более взамен. Я не знаю, я не хочу ничего на свете, кроме видеть того, что человек счастлив. И из того, что я говорила, из 100 детей, 90 хотят чего-то такого особенного. Есть 10 детей, которым то, что уже выслали, это может послужить огромным стартом. Я готова работать ради этих 10 детей, хотя я понимаю, что все остальное разберут, разгребут и утащат. Помыкать мною никак не получится, потому что, может быть, не очень много я пожила на своем веку, но, по крайней мере, в людях хоть немного я разбираюсь. Если я в сомнениях, мое шестое чувство очень хорошо работает. И поэтому те люди, которые хотели бы просто на мне поживиться, скорее всего, у них это не получится. Я это делаю не для того, чтобы выиграть в чем-то. Это моя потребность душевная. Если ты не можешь или не хочешь помочь никак, ни в каком варианте, то хотя бы просто не мешай, не давай дурные советы, не угнетай, не говори, что у тебя ничего не получится. Все равно будет так, как я хочу. Я также понимаю, какую ответственность я несу. Конечно, не все могут принести одежду, у некоторых нет. Но некоторые люди дают просто деньги. Им проще дать денег. Не потому что на отвяжись. А иногда это то же самое, как человек вещи принес, или человек принес просто деньги, взнос, скажем, на какие-то базовые расходы. Потому что, вы знаете, груднички, когда рождаются, им все нужны, и памперсы, и, возможно, какие-то медикаменты. То это такая же потребность душевная. Если бы человек просто услышал, ага, там детям собираю, окей, ну мне это не интересно, у меня нет времени. И все, значит, у него нету потребности в душе. Это нормально. Это не делает его плохим, нехорошим каким-то или ожесточенным, злым. Просто у него внутри этого нет. И кто меня с этого пути не свернет, потому что я хочу это сделать. И желаю вам, что если вы что-то наметили в своей жизни, идите до конца. Не слушайте никого. Самое интересное, что парадокс заключается в том, чем больше ты зажимаешь, тем меньше тебе приходит. А чем больше ты даешь от всей своей души. То, что сверх
того, что ты можешь дать. То, что не затрагивает твои внутренние струны. То, что не делает тебя несчастным. То, что не выкачивает твои силы и твои эмоции сверх того, что ты можешь дать. Тебе прибавляется в 10-кратном размере. Целую.